Наш мир – это необыкновенное удивительное чудо жизни. Рождение, рост, развитие, молодость, зрелость и старение. И так поколение за поколением. Всеми этими процессами управляют микроскопически маленькие, но всемогущие вещества, имя которым – энзимы или ферменты. Ни зарождение нового, ни разрушение отжившего без них невозможно. Даже если у вас есть лучший строительный материал, но нет строителей, и дом не построишь, и старый не отремонтируешь. Ведь эти работники-строители есть в каждой клетке живой природы, и до сих пор наука бессильна и не в состоянии повторить природу и синтезировать живые ферменты. Что важно знать о них? Три большие и взаимосвязанные группы ферментов определяют и здоровье, и продолжительность жизни, и уровень энергии. Метаболические ферменты отвечают за создание новых белков, клеток и тканей, за разрушение устаревших, отживших, чужеродных и токсичных, за дыхание, сердцебиение, эмоции и энергию, которая дает движение. Вторая группа – пищеварительные ферменты. Желудочно-кишечный тракт, слюнные железы, желудок и поджелудочная железа – их работа направлена на то, чтобы расщепить и усвоить строительный материал для выработки энергии. И если эти группы даны нам с рождения, и мы можем использовать или истощать их запас, то третья группа призвана быть нам и пищей, и лекарством. Это группа пищевых ферментов, которые находятся только в сырой натуральной еде. Если лишить человека этой ферментативной составляющей, то хроническое истощение единой ферментативной системы приведет к болезням, перегрузке печени и поджелудочной железы, потере энергии и раннему старению. Биологически активные добавки – ферменты живых овощей, фруктов, пророщенных злаков, зелени – сегодня пришли на помощь к нам с вами, живущим в мире загрязненной экологии, на высоком уровне стресса, питающимися продуктами длительного хранения с консервантами. Такие энзимные добавки, как ассимилятор и дигестибл, пришли на наш стол, чтобы помочь нам справиться с термически обработанной пищей и предотвратить такие страдания, как аллергии, артриты, снижение иммунитета, нарушение обмена веществ, потери энергии, утомляемость и раннее старение. Ассимилятор и дигестибл – это источники таких растительных ферментов, как амилаза, протеаза, липаза, мальтаза, целлюлаза и многих других. Без растительных ферментов не только перегружается поджелудочная железа, но и истощается активность метаболических ферментов. Ассимилятор и дигестибл снижают проявление аллергий, способствуют растворению холестериновых бляшек и плохого жира, служат профилактикой образования камней в почках и поджелудочной железе. У вас восстанавливается кишечная микрофлора, увеличивается энергия и повышается иммунитет. Дигестибл содержит фермент папаин, который активен при любой кислотности желудочного сока, и бромелайн, который способствует снижению веса. Ежедневно принимая ассимилятор или дигестибл по 1-2 капсулы во время еды, вы избавляетесь от чувства тяжести и вздутия в животе. А главное, эти ферменты сделают нашу вкусную и не всегда живую пищу полезной, усваивая при этом все необходимое и выбрасывая все лишнее и ненужное.